Военно-патриотическая площадка дневного пребывания «Допризывник», действующая на базе Славянской автошколы ДСАФ, привлекает активных ребят не только возможностями для углубленной военной подготовки, но и экскурсиями, которые расширяют их кругозор. Живописный берег протоки, где располагается филиал крейсерско-парусной школы, место очень интересное для тех, кто ведет здоровый образ жизни и дружит со спортом. И совсем не случайно пришли сюда допризывники с одноименной площадки дневного пребывания. Специалисты филиала рассказали им о том, чем он занимается, и тут есть что вспомнить. Достаточно упомянуть хотя бы известную всему Краснодарскому краю славянскую кругосветку, в которой уже приняли участие многие сотни кубанских ребят. Я думаю, ребятам понравится, они обязательно придут к нам, мы будем безумно их рады видеть наш лагерь по ходу «Славянская кругосветка». И там дальше они уже попробуют себя на воде по полной, это 120 километров по реке Протока с выходом в море. Обычно ребята уезжают от нас с массой восторга, приезжают по 3, по 4 раза, пока возрастная категория позволяет. После обязательного одевания спасательных жилетов экскурсанты заполнили каноэ с тем, чтобы под руководством опытного инструктора отправиться в свое первое плавание по спокойной глади затона. Делайте грибок. Раз, 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 раз. Лично я впервые прокатилась на каноэ, это было очень интересно, мы старались очень дружно работать. Как получилось? Всем понравилось, некоторые даже были уже здесь. Мы впечатлены глубоко. Конечно, первый шаг самый трудный, и слаженность с мастерством приходят вместе с наработанным опытом. Но самое главное, что у ребят есть желание осваивать новое. Мне очень понравилось плыть на каноэ, хотя я был первый раз, и я никогда не плавал на каноэ. И вот мы дружно плыли. Ну, конечно, у нас не с первого раза же все получалось, но зато у нас все получилось, и мы гребли дальше и дальше. Вот так в ходе интересных экскурсий и мероприятий идет физическая и психологическая подготовка будущих защитников Отечества. Востребованный молодежью и эффективный способ решения этой задачи – военно-патриотическая площадка дневного пребывания «Допризывник». Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».